Добрый день, дорогие телезрители! Я рада вас приветствовать на телеканале «Акжаик» в передаче «Куншуак». На календаре 3 мая, понедельник. Пусть отличная погода, улыбки друзей, ожидание чуда наполнят ваш сегодняшний день и непременно порадуют вас, даря превосходное настроение. Желаем вам приятного просмотра и хорошего настроения! Каждое время года по-своему красиво и привлекает своим разнообразием красок. Но особенно с наступлением весны создается ощущение прихода чего-то нового. Мир становится ярким и красочным. Ощущается гармония с самим собой и со всем окружающим. И сегодня мы с вами поговорим о том, как чувствуют и передают именно свою красоту в произведениях художники. И окунемся в мир искусства. Здравствуйте, уважаемые гости! Я рада вас приветствовать сегодня в нашей программе. Хочу представить вас нашим телезрителям. Даурен Гумаров, Мария Комедина, Алина Хужентаева. Конечно, наступило время года, наступило прекрасное время года, весна. И, наверное, это время года по-особому как-то вдохновляет творческих личностей, особенно художников. Как на вас влияет весна? Лаура, добрый день, доброе утро. Очень рады снова быть с вами в эфире. Да, действительно, весна очень сильно влияет, особенно на нас, художников. Тем более у нас свои тараканы в голове. И вот чувствуется свежесть, и нам как никогда хочется показать всю красоту на картинах новыми свежими красками. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, все мы родом из детства. Скажите, пожалуйста, девочки, Мария, Алина, а вот с чего началось ваше увлечение именно живописью? Моя творческая жизнь началась вовсе не в Уральске. Я не местная, я приезжая девушка из маленького городка Южно-Казахстанской области, маленький городочек, город Кентау. Там именно и началась мой жизненный путь такой творческий. Подтолкнул меня на это мой брат старший, двоюродный. Он начинал рисовать, я этим заинтересовалась. Начала тоже познавать, узнавать, как и что, как смешивать краски, как наносить эскизы.
всякое такое. Ну, по истечению времени потом уже пошла сама самостоятельно в художественную школу. Там я отучилась 4 года. Угу. Вот, за основу 4 года я училась только акварели, ну а пятый год, я уже начала познавать масло, холст, угу. масло. Угу. Там и зародилось мое начало, а потом я уже приехала в Уральск, в Уральске свои красоты, начала здесь рисовать. Угу. Как-то так. Угу. Спасибо. Алина. Увлекалась я рисованием уже с детства. Я рисую с годика, раньше. Конечно, это были каракули, но со временем они преобразовались в такие картины. Я люблю рисовать портреты людей, люблю рисовать животных, пейзажи. Угу. Больше всего мне нравится рисовать карандашом и красками. Покажите, пожалуйста, одну из своих работ, которая сейчас находится вместе с вами. Это портреты. Да, я их нарисовала карандашом. В основном вы пишете портреты известных каких-то личностей или, может быть, вам нравится родных и близких своих именно рисовать? Я люблю рисовать портреты актеров. Я люблю смотреть фильмы, я киноман. Смотрю фильмы разных жанров. И, соответственно, рисую актеров. Своих любимых актеров. Ты, когда показываешь, говори, вот это актер, например, этот. Это Итан Хоук. Он снимался в «Синистере». Также он снимался с Анджелиной Джоли. Это актриса и модель Эмили Ратаковски. Это актер Джуд Лоу. В последнее время я часто смотрю фильмы с его участием. Очень хороший актер. Ну, вот точно, да, передали именно образ актера. И молодец, Алина, мы рады, что ты увлекаешься живописью, что ты совершенствуешь с каждым разом свое мастерство. И мы видим, у тебя очень много работ. Ты принесла какую-то здесь малую часть, да, сегодня к нам в студию? Да. Спасибо. Даурен, мы часто встречаемся с вами в наших программах. И вот вы не перестаете, конечно, нас удивлять своим творчеством. И каждый раз что-то открываете для себя новое. Вот на данный момент какие темы вас чаще всего волнуют и находят отражение в ваших картинах? Вот. Вы же постоянно что-то меняете, да, в своем творчестве, всегда в поиске себя. А вот что на данный момент вас волнует? Ну, в последнее время я увлекся рисованием людей, даже, скажу, даже больше именно девушек, женщин, но не спереди, а именно со спины. Я не знаю, почему мне так понравилось это. И все чаще у меня работы именно в такой тематике. Вот, опять же, эксперименты тоже в самой технике. Вот, но именно сейчас я взял небольшой такой для себя перерыв. Видимо, для того, чтобы немножко проанализировать, переосмыслить какие-то вещи. Надеюсь, он долго не продлится. А так, конечно же, тема именно дождя. Тема слонов – это вечная тема. И ваша излюбленная тема. Да, это все. Это, вот как это раз про мы меня. Сейчас видим картину. Пожалуйста, сейчас операторы снимут поближе. Слон и сердце. Вот, пожалуйста. Ну, давайте я немножко расскажу про эту картину. В чем смысл данной картины? Ну, название... Это одинокий слон, как мы поняли, который ищет свою вторую половину. Он уже в ожидании, в принципе. Он пришел на свидание, взял с собой шарик, думает поразить ее. Удивить слониху. Не знаю, она придет или не придет, но будем надеяться, что все-таки она проявит к нему симпатию. Но ваш внутренний мир как-то отражается на ваших героях картины? Ну, вы знаете, я все-таки считаю... Вы еще в поиске ведь своей тоже любимой. Творчество и жизнь художника, они неразделимы. Что бы он ни говорил, что бы он ни делал, это все отражается в его работах. Как бы он ни пытался это отрицать. У творческих людей часто бывают перепады настроения. Да? Вот скажите, пожалуйста, был ли у вас момент, когда вдохновение уходило, был какой-то творческий кризис? Вот вы сами что делали в такой момент? Есть ли какие-то, может быть, у вас тоже советы другим художникам по этому поводу?
Ну, кризис случается, в принципе, у каждого творческого человека. Это нормальное явление, я считаю. Без кризиса не может быть, ну, жизнь у любого человека. Поэтому, опять же, все это индивидуально. Каждый сам с этим справляется, у каждого есть свои методы, как с этим бороться. Вот. А лично я как делаю? Я просто это принимаю. Вот. Начинаю заниматься каким-то другим делом, абсолютно, не знаю, там, может быть, спорт, там, еще что-нибудь, чтение, там, прослушивание музыки. Самое главное – отвлечься на время, отвлечься, и потом снова браться за кисть, угу, с новыми силами. Это помогает. Ну, Мария, лично у меня так. А вам что помогает выйти? Ну, знаете, я тоже в свое время столкнулась с творческим кризисом, но я не принимаю эту проблему. Я, наверное, решаю ее на корню. Ну, например, уйти с нелюбимой работы. Там, где работа не позволяла рисовать. Вот. Поменяла место работы, вышла на выходные и рисуешь. То есть я даю такой совет, что если вам не нравится ваша работа, если у вас нет времени заниматься тем, что вы любите, думаю, это лучше пресекать на корню. Вот и весь способ, mm-hmm, я так вы считаю. Вы согласны, Алина, тоже? Я люблю путешествовать, Алина, поэтому mm-hmm, после поездок у меня происходит вдохновение, и мне хочется рисовать. Рисую я часто. Кризис, да, может быть. Иногда бывает, времени не хватает. Иногда долго бывает, что я не рисую, не берусь за кисть, за свой карандаш. Угу. Но вот вы верите в то, что вами нарисованные картины могут каким-то образом повлиять на зрителей, на ваших зрителей, которые приходят к вам, видят ваши работы прекрасные. Даурин. Ну, давайте я скажу так. Я считаю, что произведение искусства, оно должно обязательно отзываться в сердцах зрителя. Если этого не происходит, значит, проблема либо в авторе, либо зритель еще до конца не воспринял картину. Но лучше, конечно, искать проблемы в себе. Значит, что-то не так ты сам сделал. Значит, нужно что-то проработать, изменить, там, не знаю. Ну, в общем, всегда важно, чтобы картина отзывалась. Угу. Вот. И если я слышу от зрителя, что ему картина очень понравилась, что он зарядился, да, какой-то такой положительной энергией, для меня это, конечно, комплимент, большой комплимент. Но бывают, люди приходят и говорят, вот благодаря вашим картинам, работам я полностью изменилась, то есть какой-то стала смотреть на какие-то вещи иначе, то есть поменялось мировоззрение, да, у человека. Ну вот, когда я выкладываю работы в Инстаграм, да, и читаю там комментарии, и узнаю, что действительно многим людям, например, работы помогают поверить в добро, угу, доброту. В основном ваши картины несут именно добро, свет, позитив. Надежду на светлое будущее. Надежду именно. Даже вот этот слон, да, со своим сердечком, он мне так нравится. Действительно, в ожидании, в надежде на то, что сейчас придет его возлюбленная, и его желание сбудется. Обязательно. Мария, расскажите нам, пожалуйста, об этой картине, которую вот сейчас тоже вы принесли в студию, очень красивой. Эту картину я принесла, можно сказать, в знак благодарности Нуртая Жардемова. Это тоже наш местный уральский художник. Я в свое время, когда ее начинала, я очень часто Даурену писала, что мне исправить, что мне сделать, помогите мне, пожалуйста. Даурен так направлял словами, потом я уже взялась за дело, и с Нуртаем вместе мы ее до конца преобразили. В знак благодарности, и потом я люблю рисовать девушек, женщин. Угу. Эта картина интерьерная, несет она смысл, что каждая девушка скромна, чиста, как белый цветок. Вот. Ну, что еще сказать? Я поэтому хочу, у нее лицо вот так спрятано. Вот, да? Она скромненькая, да, за угу, пионами спряталась. Я хочу, чтобы эта картина дарила только позитивные эмоции у человека, который ее приобретет. Чтобы давала светлые эмоции, позитивные эмоции и яркости в глазах. Вот такая вот у нее история в этой картине. Спасибо. Алина, а у вас есть одна из ваших тоже любимых картин, который, может, несет какой-то некий посыл вашим зрителям?
вашим фанатам? У меня картины разноплановые, поэтому точно выделить одну я не могу, потому что у всех разные предпочтения, всем нравятся разные картины в разных жанрах. Вот я принесла одну из таких, это пейзаж. Я нарисовала эту картину после поездки в Кемер, в Турцию. Вот, я в первый день сфотографировала пейзаж, восход в Кемере и решила воплотить его в жизнь, нарисовать на холсте. Очень красиво, конечно. Значит, вдохновение вы черпаете именно от своих путешествий, поездок, как мы поняли, правильно, да. Алина? А вот в городе есть какие-нибудь у вас тоже места, которые заряжают вас энергией в нашем городе Уральске? Ну, во-первых... И тоже хочется вот сесть, писать, ведь вы увлекаетесь тоже пейзажами. В последнее время у меня появилась собака, и я начала гулять с ней. И мы иногда ходим в парк, иногда в разные скверы. И именно там мне хочется рисовать. Я вижу красоту нашей природы и хочется отобразить ее на своем рисунке, на своей работе. Угу. Ну, и вам удается воплощать, да, все ваши идеи, задумки? Я думаю, да. Но... Я хочу развиваться дальше в этом направлении. Я люблю также рисовать животных. Раньше у меня был кролик, я его рисовала и черпала вдохновение от него. Он держал меня позитивной энергией. А сейчас это делает моя собака. Замечательно. А кто из художников Марии оказал на вас значительное влияние в вашей жизни? Есть ли такие люди? Есть такой художник, зовут его Войцех Бабский, это польский художник. Он в основном рисует женщин, у него картины очень яркие. Чем он меня и привлек, чем я и заинтересовалась. Я оттуда черпаю свое вдохновение, у него яркие, броские цвета. У него тоже есть идеал своей прекрасной женщины, идеализирует женщин как и с короткими волосами, так и с длинными. Вот, он мой идеал, он мой кумир. От кого я? Я думаю, что такие кумиры, конечно, есть, Даурена, и у вас, их большое количество. И мне нравится, что вы поддерживаете связь как и с опытными художниками, так и с начинающими художниками. Что это вам дает в жизни? Ну, знаете, для меня важно всегда черпать знания не только у тех, кто уже с большим опытом, но и у молодых, молодых художников, потому что у них, допустим, больше креатива, больше свободы. Мне это очень нравится. Они тебя как не ограничивают, они всегда полны новых идей, и это меня привлекает в их творчестве. Что настоящему художнику достаточно для полного счастья, вот для вас лично? Для меня лично? Ну, это пару тюбиков мастер-класса, хорошая кисть и тишина. Обязательно тишина, чтобы я был один в комнате. В эти моменты вы полностью погружаетесь в свой мир. Это должно быть обязательно утро, свежее утро, большие окна, мольберт. Я, который знает, что впереди много свободного времени, никто меня не будет тревожить, никакие телефонные звонки. То есть я могу спокойно предаваться своему делу. Для меня вот идеальный день и, видимо, счастье. Спасибо. Сейчас мы послушаем музыкальную композицию. Далее мы продолжим нашу передачу. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Жалғанда күнімен
Жүрек қағысын тыңдаш, барыңды беріп өзіңе керегіңді алшы. Көзіңдегі тамшың алдамшы, сезімің рас бірақ. Сенің жүрегің мені кінен ақ, күн түндемей, уақыт үнемдемей, үнемі үндемей. Алыстасым саған қарай жол іздей, миымның дәмінен ауыз дей. Қанымды ғайбат есікті күтті. Сезім ғой жолдарды да байлаған. Бұл кезін күлгі толы айналам. Айдай аппақ жүзіңе қарасам. Әдемі жаздың таңын ойғалам. Жүрегім ақ, 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 езілген ақ, ақ, ақ. Күрішіне жап, 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 love you, жаным. Love you, жаным, жаным, жүрегім ақ. Алып кетіп барады бізді белгісіз бағытта. Ыстық сезім ауада қалықтап. Мазалы ой есіктің сыртында қалықтап. Бәрін ұмытап, қолымнан ұстап, ұлыптап жап. Дәл келіп тиш, дәл қазір келіп сүйш. Біразға дайынмын сен үшін, сен үшін. Жараңа болайын неміш. Бөлмеде өте қараңға көртенші. Жүрегім ақ, 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 есігін ақ, ақ, ақ. Күрішіне жап, 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 love you, жаным. Жүрегім ақ, 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 есігін ақ, ақ, ақ. Күрішіне жап, 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 love you, жаным. Доброго дня всем, кто только подключился к нам. Мы продолжаем нашу позитивную передачу «Куншуах». В гостях у нас сегодня художники Мария Комедина, Даурен Гумаров и Алина Хожентаева. Продолжим нашу беседу. Конечно, каждому художнику желанно рукоплескание. Похвалы современников – это самая драгоценная часть его награды. Вы согласны со мной? Много ли у вас вот бывает... таких, много ли у вас людей, которые вдохновляют вас, поддерживают, ждут ваши новые работы? Вы получаете такие положительные отклики, отзывы в свой адрес? Мария. Есть у меня, конечно, люди такие. В первую очередь, Даурен, то, что он меня увидел, заметил, похвалил мои работы. И благодаря ему вы сегодня в нашей студии. Да, спасибо большое, да. Ну, также пользуется спросом страница Инстаграм, когда ты выкладываешь работу, люди, давай еще рисуй, давай, классно, супер, ярко. Вот это меня подпитывает, если честно. Когда я выставляю туда свои работы, я слышу отклик в этих людях. И людей, которых я, в принципе, не всех знаю, но многие отзываются очень приятным, положительным откликом. А вот вы принеси с собой еще. Это, да, космонавт. Картину. Это, наверное, конёк-космонавтик. Да, конёк-космонавта был. Да, да. Именно к этому, к 12 апреля, он и был нарисован. Я училась в школе имени Юрия Алексеевича Гагарина. Для меня было символично нарисовать космонавта в этот день. Вот. Такой вот космонавтик. То есть это одна из ваших картин, которая тоже греет вашу душу, да, и, да, очень дорога для вас. Очень, да, очень. Спасибо, Алина. Помните предыдущий вопрос? Даурен оценил мои работы. Я очень этому рада. Хочу выразить огромную благодарность вам.
Также я черпаю вдохновение от своей мамы. Мама меня всегда поддерживает даже в трудные минуты. И у меня появляется желание рисовать и рисовать дальше. Также моему творчеству помогают мои питомцы. И у меня была своя выставка персональная в Дарьинском музее. Вот это мое второе «Я». Да. Хочу поблагодарить Антонину Константиновну, директора Дарьинского музея имени Шолохова, за то, что она позвала меня, помогла мне организовать выставку, организовала ее. Вот. А как часто проходят такие персональные выставки, Дауренна? Расскажите, пожалуйста, вот, ведь это тоже как-то вдохновляет художника, именно очень необходимо, да, для дальнейшего, да, выставка, развития, конечно, своего, да, творчества. Художник, когда делает выставку, он как бы закрывает некую часть своей жизни, определенный период, да, и показывает результат, чего он достиг. Выставка, скорее всего, больше для себя делается, наверное, мне кажется, так. Ты сам понимаешь, что пора сделать какое-то умозаключение, да, к чему ты пришел, куда нужно двигаться дальше. Поэтому это очень важно делать выставки. Вот. И я сам долгое время откладывал свою первую выставку. Откладывал, потом понял, что уже надо делать, выбора нет. Я ее сделал, и после первой выставки я уже начинал дальше понимать, куда мне идти. То есть дают ли эти такие выставки подъем сил тоже, энергии как-то? Да, обязательно, потому что ты переоцениваешь какие-то вещи, понимаешь, где ты ошибся, возможно, да? Где-то, может быть, тебе нужно еще улучшить технику. Может быть, тебе нужно поменять стиль. Там, не знаю, еще. Ну, в общем, самое главное осознать и двигаться дальше. Мы знаем, Даурен, что вы еще проводите обучение именно с детьми с ограниченными возможностями. Вот, конечно, с ними ведь очень тяжело работать, каждому нужен индивидуальный подход. Но вот на сегодняшний день насколько радуют ваши ученики? Вы тоже проводите разные выставки, именно выставляете работы, да, своих учеников? Ну, я также вот являюсь волонтером в общественном благотворительном фонде «Аялахан-Алахан» у Рады Хайрушева. Да, вот и уже четвертый год, получается, я обучаю детей с, ну, с ограничениями, ограниченностями. То есть там дети, которые глухонемые, да, дети с нарушением речи, слуха, интеллекта. Вот, с ними, конечно, немного сложнее. Там нужен особый подход, вы правильно заметили. Вот. И в данный момент, кстати, вот у нас большой проект. Мы смогли организовать выставки рисунков этих детей за рубежом, в различных странах. Вот первая выставка прошла в Индии, вторая выставка прошла в Саудовской Аравии. Вот. Нам присылают видеоотчеты, то есть видеоматериалы, как все проходило. Вот. Получается, рисунки наших детей увидят гости и жители этих стран. Это нам удалось добиться при поддержке Министерства иностранных дел нашей страны. Через посольство мы работали. Я считаю, это для нас большой прорыв. Вот, и надеюсь, что мы сможем дальше продвигать творчество наших деток. Конечно, безусловно, они все талантливые, эти дети. Но вот какая-нибудь есть картина, которая для вас, возможно, стала удивлением? Из их работ. Из их работ, да, я понял, из их работ. Ну, сейчас я не могу точно сказать, но на самом деле их или много. Каждая она по-своему, да, как-то? Да. Самое главное, детям нравится. И дети, когда приходят на урок, они действительно окунаются в этот мир прекрасной живописи. И это не может не радовать. Тем более их родители очень довольны, когда видят, что дети занимаются тем, что им нравится. Это действительно как для них как отдушина, отдых, покой. И очень важно, чтобы ребенок в этот момент
чувствовал себя, ну, как сказать, чувствовал себя нужным и понимал, что творчество – это то, что лечит душу и помогает нам. Согласна с вами, Даурин. Мария, скажите, а вы не планируете в дальнейшем уже тоже проводить какие-то мастер-классы, обучать своих учеников? Или уже, может, у вас есть какие-то уже такие планы? В планах, конечно, есть, так как я воспитатель, но в данный момент по профессии не работаю. Я решила немножко в творчество уйти. Вот. Но вообще в планах есть деток обучать, моих деток, бывших выпускников со школы, с детского садика. В принципе, родители тоже просят какие-нибудь необычные мастер-классы. В планах есть, конечно, и выставляться тоже, но так как я начинающий художник, я бы еще хотела порисовать, потом уже подождать, что, может быть, меня кто-то пригласит на выставку, пройти этот этап и перейти к чему-то новому. Да, людей нужно обучать прекрасному и великому, я так считаю. Спасибо. Алина, есть ли у вас еще какие-то любимые приемы, инструменты или методы работы? Ну, для меня карандаш – это самый удобный материал, инструмент, да, потому что я могу в любое время взять карандаш и начинать рисовать. Сделать эскиз или нарисовать пейзаж, нарисовать человека. Также я люблю рисовать акриловыми красками. Я могу рисовать масляными красками, но так как они сохнут дольше, я даю предпочтение акриловым краскам. Также я недавно попробовала себя в технике пастель. Мне очень понравилось на мастер-классе. А какие вот темы в живописи вас абсолютно не привлекают? Сложный вопрос. Не задумывались над этим, Даурен? Надо подумать. Надо подумать, хороший вопрос. Вопрос на засыпку, да? Что мы отвергаем? Существует мнение, что художнику, чтобы создать что-нибудь удивительное, прекрасное, нужно пребывать в эмоциональном потрясении или либо быть голодным. Имеется в виду голодным, да, но вот в переносном, да, смысле. Как вы относитесь к этой точке зрения? Ну, я считаю, когда человек постоянно рисует, рисует каждый день, к примеру, то у него, ему легче передать свое настроение. И поэтому спорное, я считаю, что это утверждение спорное, но, может быть, для кого-то да, оно так и есть. Но мне легче рисовать, когда я рисую каждый день на постоянной основе. Чтобы не было застоя именно, да, вы постоянно, то есть каждый день рисуете, находите что-то новое для себя, постоянно в поиске, да? Я правильно поняла, Алина? Мария? Ну да, вопрос хороший. Эмоциональная встряска иногда очень нужна. Порой после именно эмоциональной встряски, повторюсь, и происходит, и получается такая какая-то некая картина, когда художник передает там свое горе, свою радость, свою злость на картину. Я, наверное, с этим соглашусь, то, что это надо, это должно быть, и у некоторых художников это есть. Ну, вот когда передает свое настроение, независимо, хорошее настроение, плохое. А насчет голода, ну, наверное, я с этим мнением соглашусь, то, что надо походить голодным во всех смыслах, чтобы прийти к чему-то прекрасному, красивому, яркому. А художник должен быть голодным. Вы согласны, Даурен? У вас, наверное, есть своя точка зрения по этому поводу. Нет, я соглашусь с Марией. Хочу от себя добавить, что вот давайте вспомним нашего, ну не нашего, конечно, но уже нашего, в принципе, Винсента Ван Гога. Его уже давно нет с нами, да? Но его картины до сих пор будоражат. Лично мое сознание точно. Я прямо чувствую все эти эмоции, которые он испытывал в процессе создания той или иной своей картины. Не знаю, как у всех, но при просмотре его работ, даже репродукции, я прям вживую их не видел. Вот. А, кстати, по поводу живого просмотра работ. Я недавно был в Алма-Ате,
И мне удалось побывать в музее имени Абухан Костеева. Вы знаете, в детстве я всегда мечтал увидеть картины русских передвижников. Ну, я имею в виду Репина, Крамского, Шишкина. Мне это удалось. То есть я увидел вживую работы Репина в нашем музее Костеева. И как впечатление, эмоции? Я вам скажу, то, что мы видим в экранах телефонов, компьютеров, да, сравнить. Абсолютно другое ощущение, другое восприятие. Угу. И мечта моего детства сбылась. Я увидел одну из, ну, это была поздняя работа у Репина, ну, в любом случае, это был Репин. Угу. И получается, я видел мазки, то есть я увидел вживую, как, ну, то есть почувствовал, да? Я никак не трогал, но я почувствовал, посмотрел, даже обошел ее сбоку, смотрел и так, и так. В общем, это счастье. Угу. Это счастье. Увидеть Репина вживую, ну, в смысле, его картину, не его, конечно. Угу. Я испытал чувство, непередаваемое чувство. Это стоит того, чтобы перелететь через весь Казахстан, прийти в музей рано утром, быть первым посетителем и постоять перед этой картиной около часа. То есть оно того стоило, определенно, конечно. Да. А у вас есть это уже? Были такие моменты счастья? Вот для, мы как поняли, Даурен, вот его желание сбылось, да, то, что он мечтал увидеть. Так неожиданно еще. Мечта, у Даурена мечта осуществилась, он увидел, да, картину Репина. А может, у вас тоже есть какие-то мечты, связанные с вашим творчеством? Какая это мечта в будущем? Мечта в будущем, наверное, посетить тоже музей города Алматы, музей города Шымкента, моего родного города, так как я там не посещала. Но, живя там на юге, я довольно много слышала об Аркадии Сайгакова. Угу. Да, правда. Я слышала, и я хотела посетить выставку. Живя в Уральске, мне не удавалось, так как работа была, много с этим было связано проблем. Угу. Буквально вот в прошлом году он выставлял свои картины. Я была счастлива посетить. Это, конечно, наш местный, он с нами, ну, как там... Не так, конечно, как у вас, Репин, но я была тоже счастлива прикоснуться к прекрасному, увидеть, посмотреть, прочувствовать это все. Очень талантливый художник. Спасибо. Такие у меня мечты. Алина, а у вас есть картина вашей мечты, которую вы хотели бы тоже увидеть воочию, вживую, познакомиться, возможно, с этим художником? Я хочу посетить Третьяковскую галерею. Увидеть картину, где изображена смерть сына Ивана Грозного. Она будоражит, пугает, но она чем-то завлекает. Почему очень именно эту картину? Это же Репин. Вызывает бурю эмоций. И она мне действительно очень нравится. Но я уже посещала музей Лувр. К сожалению, я не успела все просмотреть картины, потому что мы пришли поздновато. Но я увидела самое главное – Джоконду. Улыбку Джоконды. Ну, вам очень повезло, я считаю, Алина. И это подтвердят, наверное, тоже ваши единомышленники, художники. Даурен, Мария, Алина, вот попробуйте выразить словами то, что вы получаете в процессе творчества. Ух. Все. Все, одним словом, да? Да, вздохом. Я получаю успокоение. Это вот единственное, к чему я стремлюсь, это быть спокойным. Когда ты садишься рисовать, у тебя тишина, у тебя кисточки, твои любимые краски, и ты спокойна. Один на один со своей картиной. Это то, что я получаю. Успокоение. Я люблю получать острые ощущения, но в процессе работы, рисования картин, я получаю огромное удовольствие и получаю прилив сил, прилив адреналина. И мне хочется и дальше рисовать. То есть вы никогда не оставите свое любимое дело? Хотели бы свою профессию связать тоже именно с рисованием, с живописью? Если честно, то я сейчас пока не знаю, но я знаю точно, что живопись я не оставлю. Я буду продолжать рисовать. Даурен,
Ну и, конечно, в заключение хотелось бы тоже, чтобы вы поделились своими планами на будущее. Ну вот как пандемия закончится, наверное, ожидаются какие-то выставки масштабные. Ожидаются, наверное, какие-то выставки, когда наши жители города могут прийти к вам еще раз, лицезреть все это прекрасное воочию. Вы знаете, в последнее время я стал суеверным немножко. Угу. Боюсь даже уже говорить о своих планах. Загадывать планы, да, на будущее. Ну ладно, рискнем. Угу. Была, не была. Вот я планирую свою выставку персональную. Вот. Дай бог, если все будет нормально, все это закончится, да, вот с вирусом, если разрешат уже делать выставки, то я организую выставку свою, персональную, угу, еще раз. То есть это будет вторая уже выставка персональная. Но до этого у меня была первая своя, потом я участвовал с другими художниками совместно, да, угу, а теперь уже опять лично сделаю выставку. Надеюсь, смогу удивить. Угу. Опять же, надеюсь, что планы такие, такая вещь опасная. Угу. Ладно. То есть... кто не рискует, тот не пьет кефир. Мария. Мои планы, когда закончится пандемия, обязательно, как вы ранее задавали вопрос, свою профессию связать все-таки с творчеством. Это вот моя такая главная цель. Дай бог, все будет хорошо. Все станем здоровыми, счастливыми, перейдем к прекрасному. Я редко рисую на свежем воздухе, и летом я хочу вместе со своим мольбертом, своими холстами идти рисовать в парк. Mm-hmm. Пока что грандиозных планов у меня нету, но я буду пока продолжать рисовать. Mm-hmm. Спасибо, Алина. И по традиции ваши добрые пожелания всем телезрителям наступил месяц май, последний месяц весны. Мы наслаждаемся прекрасным, что нас окружает вокруг. Происходит обновление. И именно весной вы, наверное, чувствуете это разнообразие красок. И как все вокруг меняется. Оживает природа. Хотелось бы, чтобы вы тоже поделились вот своими ощущениями, своими эмоциями. И сейчас выразили вот слова пожелания всем нашим телезрителям. Что вы пожелаете? Этот прекрасный день, в предпраздничные дни. Самое главное, конечно же, это настрой, внутренний настрой, чтобы просыпаться, радоваться, настраивать себя на новый день, новые эмоции. Вот. Начинайте день, конечно, со стакана воды, со стакана теплой воды. Вот это вот самое главное. Не с кефиром? Нет, 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 кефир можно на вечер оставить. Поэтому стакан воды и хорошее настроение. Спасибо. Я бы хотела пожелать всем людям в прекрасный месяц май побольше выходить на воздух, дышать прекрасным воздухом, смотреть на все красивые цветения. И самое актуальное – это здоровье. Во все времена, тем более сейчас, будьте здоровы. Я желаю здоровья, счастья, внутреннего успокоения, прилива сил и вдохновение. Лаура, еще раз хочу вам сказать огромное-огромное спасибо. Вы всегда поддерживаете творческих людей, приглашаете на эфиры. Мне кажется, это очень важно, чтобы наши жители нашего города, гости города, знали о том, что все-таки есть люди, которые творят, несмотря ни на что, ни на любую ситуацию, что происходит у нас в мире, да? Потому что художник, он все-таки человек, который, как бы сказать, показывает, то есть он видит события, то, что происходит вокруг него, через себя все это пропускает и выдает это уже на холсте или на бумаге, кому как удобно. Поэтому еще раз вам благодарность и желаю вашей программе, вам лично, самое главное, человеческого счастья. Спасибо. А я присоединяюсь ко всем вашим теплым пожеланиям. Хочу поблагодарить вас сегодня за такой прекрасный эфир. Пожелать вам в ответ только неиссякаемой энергии, оптимизма, чтобы вас никогда не покидала ваша муза. Спасибо. Пусть каждый день дарит вам повод для улыбки. Ощущение счастья всегда живет в ваших сердцах. До свидания и до встречи в эфире.